Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей. И никогда не преуменьшайте силу великого мастера. Приветствую вас, двойные бицепсы цапли. С вами Федорович. А из этого видео вы узнаете столько нереально полезных техник и приемов, что вам не хватит целого вечера с пенным пивасом для их изучения. Но попробовать стоит. Как сказал один великий мудрец, лучше пузо от пива, чем горб от работы. А у кого точно не будет ни пуза, ни горба, так это у великого чхарька. Но прежде чем показать вам смертельные приемы, давайте разомнемся. Короче, ловите волну. Люди братья, но не все по разуму. А вот среди мастеров все братья по духу. Сейчас наш любимый седовласый мастер покажет вам бесценный лайфхак, как выбивать скидку в магазинах. Мы запускаем эксклюзивный розыгрыш. 5 автомобилей BMW и множество денежных призов ожидают своих победителей. Не упустите ни одной важной детали. Следите за новостями на нашем сайте и подписывайтесь на наши социальные медиа. От игрока к победителю. Свобода. Когда хочешь все и сразу, получаешь ничего и постепенно. Но это не про вас. Если, конечно, вы освоите технику скидок в магазине. Ведь нашему деду за такое шоу дали бесплатно аж две ручки от дверей, с которыми он сразу же изобрел новые приемы. Показываю работу с тяжелыми металлическими ручками. Ими можно наносить удары, можно захватывать за шею, тянешь и наносишь удар. С этой стороны захватываешь за шею, второй удар. Вот так вот. Так, работаем. Так, работаем. Так, работаем. Так, работаем. Я уверен, что теперь, зайдя в супермаркет и схватив два батона, вы точно сможете поразить всех своей техникой, за что вам дадут бутылочку холодненького. Но это все шелуха, ведь сейчас вы узнаете, что делать, когда к вам в квартиру зашел злодей. Похоже, у вас, допустим, есть вот такая ложечка. Эта ложечка, желательно, чтобы она не была пластмассовой, как сейчас продаются. Этой частью, когда он начинает к вам идти, я могу бить или встречать вот так то, что может в вас лететь. Здесь вот находится крючок. Смотрите, я здесь ударил, здесь этим крючком еще подтянул, здесь опять ударил, ударил и дальше убираю нож, а его выталкиваю, захлопываю дверь и сразу же звоню в полицию. Мало знать себе цену, нужно еще пользоваться спросом. А вот хороший ученик всегда пользуется спросом. Именно поэтому Серега ходит в учениках у чхарька долгие годы. И не даром.
Ведь настал тот день, когда он поломал мастера. А потом туда. Опа. Видишь, как выгибаешь и переворачиваешь. Вынул туда. Опа, туда, все четко. Но если вы думаете, что звание «мастер» — это пустой звук, очень зря. Мудрость мастера в том, чтобы ни один ученик не смог его превзойти, и он мог оставаться мастером вечно. Поэтому за свой дерзкий поступок Серега очень пожалел. Туда пробил, зажал. Не обломал? Сустав? Не обломал? По-моему, до конца выпрямил и все. Без треска. Серега. Ну это опасно. Хорошо, что у тебя не хрустнуло. Ровно, она ровно сколько надо, да? Не было прямого? Ну и хорошо, все. Ну это опасно. Очень опасно. Ты убежишь меня, я работать все, не смогу. Ты не сможешь. Какая у нас техника опасная. Очень страшно. Это страшно стало. Тебя и... Я-то знаешь, что такое? Такая рука, блин. Ну смотри. Видишь, разные. Не дай бог, тебе так хуйня. Все. Я думаю, теперь даже вы поняли, насколько опасна техника змеи и орла. Ведь за столько лет тренировок она продолжает шокировать своей жестокостью самого мастера. А если вы думаете, что это все дичь на постном масле, вот что про вас думают настоящие мастера. Мне насрать, что они там говорят. Пусть прах ничтожество. А что с ничтожествами? Мне их не мнение. Мне интересно, а не ничтожество. Ничтожество. Ваша птица Лихида Сарёв. Мини-форма называется. Движение колена. Почему «уходи» мы кричим, а «приди» шепчем? Ведь стоило бы наоборот. Тогда мастер бы пришел и научил вот таким секретам. Техника боя, тычок! Ну а если вы смогли разобрать и освоить эти приемы, тогда вам можно переходить на второй левел – изучать технику зеленого ассасина. Но я вас предупреждаю, что он слишком молниеносен и не может показать приемы медленно, поэтому замедляйте видео в 100 раз. Умею я медленно показывать, но еще можно упражнение вам какое дать для начала, да? Ну представьте, что много мух летает. Вот пошли, ловите их. Медленнее не могу просто, ребят. Вот, мушки летают, да? Вот мы пошли. Ловим. Ловим. Оп. Мушки вот эти, да? Поймал мушку и выбросил, да? Поймал, выбросил, да? То есть вот поймал, выбросил, да? Поймал, выбросил. Поймал, выбросил, да? Ну как боевая техника. Пальцем в глаз. И корому тоже в глаз, да? То есть здесь дал глаз, здесь влеснул глаз. То есть нету лишних движений. Вот. Если ты споришь с идиотом, то скорее всего он делает то же самое. Ну а если учиться у мастера, то скорее всего ты тоже станешь мастером. Главное не бояться делать ошибки и практиковаться. Как этот юный падаван.
Огромное счастье видеть кровавую героическую жизнь и в ней не участвовать. Вот так же и с мастерами. Огромная радость смотреть на их смертельные техники и никогда не пробовать их применять. Но знать приемы работы с ножом от величайшего вы просто обязаны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какая техника стала вашей коронной. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.